яд, выделяйся, выделяйся, яд. Трави этого зубастика. Нет, нет, он сейчас меня съест. Нет, только нет, зубастик, не ешь меня. Есть, есть, он остановился. Валим, валим. Ребята, нужно маневрировать, маневрировать. Срочно, срочно, только не это. Опа, а вы кто такие будете? Эй, привет. Привет, чуваки. Я Клювик, а вы кто такие? Ну-ка, рогашип. Эй, ну что, ничего. Ну что, будем сражаться или нет? Смотри, они меня боятся. Всем привет, ребята! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами начинаем играть в игру Спор. Ребят, сегодня мы с вами создадим и зародим новое существо, которое будет расти и эволюционировать. И мы полностью будем влиять на эволюцию этого существа. Но для начала нам нужно выбрать планету. У нас есть вот такая галактика, и здесь есть несколько планет. Нам нужно выбрать одну из планет, на которой будет жить это наше существо. Итак, у нас есть вот такая вот какая-то планетка. Вот такая, такая. Кстати, это похоже на Землю. Вот такая. Смотрите, какие крутые планеты. Я не знаю, что выбрать. Давайте выберем... Давайте вот эту выберем, она как-то подальше от всех находится, планета, посмотрим, что же здесь. Итак, выбор этапа. Первый этап – это клетка. Создайте форму жизни с нуля, помогите ей выбраться из первичного бульона и вступить на путь обретения разума. Да, ребята, мы начинаем вот с такой вот клетки. Дальше будем расти и эволюционировать. Нажимаем. Так, а теперь выберите рацион питания. Будет ли наше существо травоядным или же плотоядным? Ну, не знаю, ребята, что здесь выбрать. То есть травоядные это будут есть только растительную пищу и не будут есть других животных. Ну, а плотоядные это будут такие хищники опасные, они будут есть других животных. Сложный, конечно, выбор, я не знаю. Ну что, ребят, давайте выберем, наверное, плотоядность попробуем. Ну, а потом когда-нибудь попробуем и травоядность. Плотоядность возьмем, будет у нас хищник, потому что мы с вами уже играли много игр про зубастика, там, который ел все подряд. Поэтому давайте попробуем тоже выбрать плотоядность. Будем хищниками. Итак, выбор уровня сложности. Давайте выберем стандартный, средненький и теперь название планеты. Дидангет. Что за название планеты, ребята? Так, здесь можно выбирать случайный выбор различной планеты, а можно и придумать свое имя планеты. Мэтья, Ярогус, Арго, Джос, Даророн, Мерондерн, Васинона, Арсец. Такие прикольные. Антифан. Антифан. Планета Антифан. Паланин, Мишев, Клинея. Ребят, предлагайте свои какие-то названия планет. Если их можно будет поменять, то я потом из ваших выберу и поменяю название. Если это, конечно, можно будет. Но пока что давайте выберем из планет, которые нам предлагают здесь. Так, Пелсимус, Гермия, Скус, Казаби, Армара, Эмия. Я не знаю, какое такое интересное какое-нибудь название бы хотелось. Делан, Кирий. Сихея. Давайте пусть будет Сихея. Все, начинаем. Так. Что у нас здесь будет? Сейчас будет зарождаться наша клетка. Наша клеточка. Смотрите, это летит метеорит. И куда он летит? И что здесь происходит? А вот и наша планета. Вот наша планета, ребята, метеорит. Получается, мы, наверное, прилетим на нашу планету с каким-то метеоритом. Или что? Так, все. Оно не взорвет хоть планету? Смотрите, какая-то зеленая вода здесь. Так, попал кусочек метеорита в воду. Да, и здесь, смотрите, вот зародится сейчас наша клетка. Совсем маленькая клеточка у нас сейчас будет. Так, вот появляется, ребята. Вылупляется, так сказать. Вау, прикольно. Так, этап клетка. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка – питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. То есть, смотрите, вот наш индикатор развития. Мы будем кушать, и здесь, наверное, будет заполняться. Так, индикатор развития. Потребляя пищу, клетка будет получать баллы ДНК. Эти баллы можно тратить на новые фрагменты. По мере развития существа становится все больше, а мир вокруг него расширяется. Вау, круто! Это все то, что мы любим с вами.
Так, и как управлять? Ага, я мышкой управляю, да? Смотрите, вот эта клетка. Ну что, пора бы подкрепиться. Мы хищники, у нас хищная клетка. Что мы можем тут съесть? Иди сюда, иди сюда. Все, ням-ням-ням. Прикольно, смотри, что он ест. А это что за скорлупа какая-то? Вон, заполняется наша шкала. Давайте, кушаем. Кушаем, кушаем. Здесь не подпи... О, смотри, мы подросли еще, вау. Круто. Так, так, так. Что мы тут еще можем съесть? А нас... и нас могут кусать. Эй, ничего себе. Ребята, помните, мы играли в этого зубастика? Про рыбку, которая росла. И здесь что-то наподобие этого. И глазастика я тоже играл. Так, мы едим, мы едим. Так, опа, другие клетки и обломки метеоритов могут стать источником новых фрагментов. Когда обнаружите новый фрагмент, подплывите его к пиктограммик его. Я понял. Окей. Смотрите, какой-то новый фрагмент. Давай быстрее подплываем. И что это даст мне? Арка и разрушение. Атака, атака, вернее, и разрушение. Шип какой-то. У меня появился, наверное, шип. Используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. Что это за зов? Смотри, я могу призывать партнеров? Смотрите, сердечки, типа, для спаривания, что ли? Я же такая маленькая эта клеточка, и уже... Прикол. Давай-ка расти дальше. А вон, смотри, мой партнер такой же, как и я, такая же клетка. Ой-ой-ой, смотрите, какие любезности у нас тут. Смотри, они там целуются, что ли? Или... А, они так спарились. Что-то зародилось? Редактор клеток. Опа. Для выбора режима пользуйтесь кнопками верхней части редактора. Не забудьте выбрать окрас. Ребята, что получается, мы тут спарились как бы с той клеткой, и теперь что-то тут у нас получилось, да? Окрашивание. Смотрите, можно окрасить в разные цвета. Так, а что выбрать? Какой окрас? Прикольно. Смотри. Какой выбрать? Так, какая наша будет клетка? Смотри, полосатик можно. Это что такое? О, прикольный тоже, кстати. Прозрачный этот. О, смотри, какая. Может, такой стать мне? Или вот это? Я даже не знаю, ребят, честно говоря. Давай такой красный станем. Или все-таки давай зеленый. Мы были зелененькими. Ну, не знаю, прикольно, и вот этот окрас, а вот этот как будет смотреть, как змея. И глаз сверху какой-то у нас. Так, 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 ну что, вот этот прикольный тоже вроде, да? Ну, еще вот этот проверим. Нет, это уж слишком какой-то. Ладно, давай вот этот оставлю, все. Название вида еще можно придумать, так как его назвать? Я не знаю название. Так, у нас что будет? Клювик давайте напишем. Клювик какой-то, да? Или одноглазый? Давай напишем клювик. Смотрите, у него клюв спереди какой-то. Клювик. Клювик. Описание. Клюв и глаз напишу. Вот так. Все. Название мы придумали. Дальше. А что нам теперь? Окей, здесь жмем, да? Подожди, а мы ничего не сделали больше. Вот наш появился клювик, а мы могли бы его изменить в редакторе. А я нажал окей уже. Давай-ка еще попробуем спариться. Ладно, давай подрасту я. Нужно покушать. Так, смотри, здесь есть большие клетки, которые могут нас съесть. Поэтому мне нужно быть аккуратным. А вот эту мы можем съесть? Смотри, на тебе. Смотри, не догоняет другую клетку. Два вон тех, какие-то непонятными, со щупальцами или с чем. Давай-ка иди сюда. Нет, ой, смотри, меня хочет съесть это. Давай быстрее, быстрее, как... Нет, 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 не ешь ты меня. Ничего себе, смотри, сколько у нее 6 глаз. Так, давай, нужно срочно расти. Нужно срочно расти, потом мы съедим тут всех. А потом мы еще сделаем новую клеточку. Так, подождите, чуваки. У вас что-то сзади слишком много этих хвостиков. Так что мне тут покушать-то? Давай-ка вниз. Плывем. Клювик, давай, давай, что-нибудь... Давай вот эти вот какие-то... Что это за штуки здесь? О, я понимаю, подрос. Ну что ты, иди теперь сюда. Где тот многоглазка, которая за мной охотилась? Я сейчас ее съем. Ням-ням-ням. Так, растем, растем, растем. Иди сюда. Что ты от меня уплываешь? Ням. О, а там какие гиганты. Валим отсюда.
Я еще не такой большой, чтобы их есть. Ням. Так. Класс, здесь очень круто, ребята. Я чувствую, будет очень интересная игра. Так, здесь гоняются все друг за другом эти клетки. Но нам главное самим вырасти. Давай, вот этих съедим сейчас. Иди сюда. Кушаем, кушаем. Вот эту штуку съедим сейчас. А, это для этих травоядных. А мы же хищники, нам нужно всякие вот эти вот штуки есть. Я даже не знаю, что это. Это скорлупа, как будто. Мне пишут, найдите новые фрагменты. Так, хорошо, что-нибудь сейчас поищем. Я еще подрос, что ли? Вау, ребята, я еще подрос. Вот этот пылесос, смотри, какой-то сзади у него пылесос или что? Шестиглазый такой. Клеточка эта. Куда мы здесь плаваем? Вау, там что за чудовище? Такие клетки прикольные. Ну давай, еще что-нибудь съедим. Еще подрастем чуть и начнем опять звать. Ну, чтобы кого-нибудь, чтобы спариваться. Свою вторую половинку. Так. Вот это мы можем съесть? Иди сюда, иди сюда. Ох ты, съел вообще. А, вот и от него всякие останки. Давай-ка съедим, чтобы найти партнера и открыть редактор. Да, вот это мы хотим. Так, о, смотрите, смотрите, вон там где-то партнер есть. Партнерша, или как они тут вообще, или они тут без разницы. Иди сюда, такой же, смотри. Так, любезничаем тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, смотрите, какая у нас тут любовь. Сейчас зародится новая клетка. И вот теперь мы ее будем редактировать. Так, вот. Вот-вот-вот, что? Что это такое? Глаз. О, мы можем еще глаза ей поставить. Вау. Так, давайте вот так два глаза. Для вращения можно как-то повращать. А, вниз-вверх как-то можно? Это сделать нет. Дальше. Шип. О, шип у нас же есть. Давай-ка шипы поставим. Спереди? Давай вот спереди, а глаза? А глаза давайте поставим. Я не знаю, где глаза ставить. Давайте пока вообще уберу эти глаза. Себельчатый глаз какой-то. Глаз бусина. Жгутики. О, давайте жгутиков побольше. Во, смотри. А это что? Это у меня пока все закрыто, да? Слишком дорого. А, я... Да покупаю еще за какие-то... За ДНК. Так, для... О, я могу еще, оказывается, увеличивать. Ну-ка, я хочу шипы свои увеличить. Можно? О, вот это да. Ну, давайте это сильно большое не будем делать. Все, у меня больше не хватает ни на что. А где у меня... Так, атака. Для повышения эффективности атак добавьте шип, ядовитые железы и электрошок. Все понятно. Перемещение. Чтобы увеличить скорость перемещения, добавьте реснички, жгутики и ускорители. И вот это навыки существо зависит от выбранных фрагментов. Понятно. Плотоядность, индикатор сложности. Если индикатор заполняется, вы не сможете добавлять новый фрагмент. Но у меня пока не заполнился, но у меня не хватает, получается, ДНК вот этих, чтобы еще что-то добавить. Ну, вот у меня 3 осталось всего лишь. Можно, конечно, что-нибудь убрать отсюда. Ну, ладно, все, давайте так оставим. Фильтратор. Ага. Способность поглощать пищу растительного происхождения. Можно мне такое поставить? И челюсти. Ну, челюсти у меня есть. Все, ребят. Давайте еще окраску сделаем. Так, как-то к окраске вот нажимаем. И покрасимся. Ну как? Как я не красился? Вот такое прикольное что-то. Только я теперь буду красным. Или вот таким вот. Давай красным. Все, я буду настоящий такой хищник опасный. Все, погнали. Так, зарождается. Есть! Смотри, какое я создал существо. Ну что, идите сюда. Теперь я могу атаковать. У меня есть шипы. У меня есть какие-то жгутики. Я быстро плаваю теперь. Иди сюда. Клеточка. Я сейчас буду есть тут просто всех. Не, больших, конечно, не буду есть. Большие там где-то плавают. Очень опасно. Опа, я еще... Ох ты, на меня напала! Что за птица такая подводная какая-то? Ребят, смотрите, она как будто летает. О, там что за здоровяк? Валим, он мне просто проглотит. Ничего себе, как же здесь становится опасно. Ладно, нам нужно есть. Нам нужно что-то есть. Валим, валим, валим. Эй, ты что ты меня кусаешь-то, а? Быстрее, быстрее, клеточка ты моя. Давай, давай на кого-нибудь нападем лучше. Поменьше. Давай вот это. У меня же есть шип. Я могу напасть на любого вообще. Никого не боюсь. Иди сюда.
Кстати, как ему... О, это... Нет, не кусай ты меня. Давай этого добьем. Иди сюда, крылатый. Иди. Давай. Быстрее, что-то я чуть плыву. Давай догоняем. Не бойся, я тебя просто съем и все. Я злой хищник. Ням-ням, давай, что происходит тут? Опа, штука, быстро. Новый предмет. Быстрее, берем. Все, я что-то открыл. Высокая скорость разворота я открыл. Круто. Ладно, нужно кого-то съесть. Вот эту. Иди сюда, смотри. А это, наверное... Кто это вообще? Это перепоник какой-то. Это, наверное, травоядный, ребят. Поэтому он от меня убегает. Он мне даже сделать ничего не может. Хотя он тут побольше как-то меня кусал. Давай, съедим перепоника одного. Так, мне же нужно расти, правильно? А вот этот большой... Нет, перепоник большой какой-то. Или что это? Так, ладно, мы маленькие. Мы за маленькими охотимся. Иди сюда. Перепоник. Я хочу тебя съесть немножечко. Ням. О, мои шипы вообще как круто работают. Опа, я сейчас подрос еще. О, а это что за штука? Тоже с клювом? Ну давай, кто сильнее? Давай, битва. Битва клеток. Я уколол его, кстати. Давай, да, есть, я его съел. У него выпала карта. Что это? Выделение яда. Теперь я смогу сделать себе выделение яда. Так, еще подросли. Опа, а что тут за ежик? Смотри, сколько колючек. О, сколько отнял хп у меня сразу. Смотри, такой же, как я, плавает. Спариваться будем или нет? Размножаться. Так. Давай вниз. Опа. Подожди, нет, очень колючий. О, это что за чудовище тут? Хотела меня съесть. Давай перепоника маленького съедим. Он траву ест. О, смотри, за мной охотится этот монстр. Смотри, какие у него глаза. Вот это да. Валим отсюда. Вон еще такое чудовище с глазами. Так, ежика. Давай этого ежика. Кстати, сзади шипов нету, поэтому мы можем ее сзади съесть вот так вот. И ты иди сюда. Кто ты, перепоник? Ой, нет. Смотри, как он укусил здоровенным своим клювом. А на него напал тот колючка. Ой-ой-ой, как-то плохо плывется мне. Он меня съел? Он съел мою клетку? И что теперь? Фух, я появился опять. Фух, ребят. Ну что? Так. Давай это вот как... О! Какой ты крутой, я смотрю. Видели, как он ускоряется? Мне тоже такую штуку нужно. Давай этих ежиков сзади будем кусать. Так, где-то что-то появилось. Нужно срочно плыть внизу. Карточка где-то будет, по-любому. Где эта карточка? А где индикатор смотреть? Должно же быть что-то, нет? Течение меня сносит, течение. Подожди, а где индикатор? А это что за штука? Так, как, кстати, зовут этого? Милашка какая-то. Что? Милашка, что ли? С такими огроменными глазами и огроменным клювом. Милашка называется, да? Ой-ой-ой. Так, валим. Ребята, милашка за мной. Да, милашка, и правда, валим. Милашки всякие плавают здоровенные. Так, эй, милашка, нет, да что ты, меня уже один раз съела была, милашка. Ой-ой-ой-ой-ой, уходим, плыви же, клеточка ты моя. Что-то ты слабо так плаваешь. Давай. Нет, да не ешь ты меня. Ребята, валим. Да почему он за мной пристал-то? Смотри, и все равно не отстает от меня. Уходим. О, тут что происходит? Ой-ой-ой, еще меня уколол этот колючка. Ежик. Смотри, там глаза здоровые. О, видишь, как он? Это травоядный? Иди сюда, присоски какие-то сзади. Я тебя съем немножечко. Есть, еще подрос. Но этот все равно за мной охотится. Опять съел меня. Он вообще от меня не отстает. Зарождаемся. Погнали. Так, ежики. Опасные вы ежики, но если сзади к вам подплыть, то вы не опасны, там шипов у вас нету. Так, милашка плавает. Давай-ка тебе в глаз милашке дали. Ежик, иди сюда. Развернулся ты, смотри, атаковать меня решил. Ну иди сюда. Давай, ага. У меня, кстати, урон очень хороший наносит этому ежику. Мой клювик. Так, давай вот это съедим. Быстро. Всякие останки от этого. Так, я еще подрос. Вау, а тут еще страшные существа. Клетки. Это все клетки, я так понимаю.
Давай-ка ежика догоним. Ежик маленький. Что-то он быстро плавает, этот ежик. Но не уйдешь ты от меня никуда. А это, подожди. О, а это что? Видели, какие у него шипы здоровенные? Что, куда я заплыл? С какого этого глаз вообще? Ничего себе, валим, валим, валим. Да я лучше ежика съем. Там здоровяки такие. Кстати, такой, как у меня. Можно поразмножаться. О, током бьет, у него электрошокер. На хвосте. Кого съедим? Ладно, давай-ка будем размножаться. Где там такие существа? Давай. О, привет. Так, у нас тут все круто. И все, мы зародили новую клеточку. И у меня есть новые штуки, смотрите. Реснички, высокая скорость разворота мне дают, яд, выделение яда. И ускоритель мне не хватает на него. Что поставим? Яд или же реснички для разворота? Наверное, яд. Так, яд. Подожди. Давай этот вот жгутик уберем. Хотя это плавать будет слабо. Поставим яд. Вот так. Увеличим. Давай, средненький вот такой. И мы что-то еще можем поставить. Скорость разворота, но я убрал жгутик. А он мне дает скорость. Способность есть, поглощает растительную пищу. Давай попробуем поставить эту штуку еще тоже. Вот так вот. Мы будем есть теперь, получается. Рот лучше всего размещать на передней части существа. А, это рот такой считается, как бы. Ладно, не будем пока это ставить. А поставим, может, все-таки реснички поставим? Вот так, только их давайте вот тут поставим. Все, попробуем. Ну и все, так я ставлю. Погнали. Так, зарождается наша новая клеточка. И у нас теперь есть яд. О, смотри, сзади такой яд у нас выделяется. Мы быстро разворачиваемся, видите, из-за этих ресничек. Ну что, чуваки, идите сюда. А, это те, помните? Милашки. Давай-ка сейчас мы с тобой поговорим, милашка. Иди сюда. Что? Что, яд мой не нравится? Иди сюда. Уже убегаешь от меня, милашка? Угу. Теперь я буду милашкой. Так. О, этот опасный, здоровенный. Иди, что? Давай, померимся клювами. Так, где ты? Он там выпала штука. Как? А чё мне индикатор не показывает? Вот здесь же штука выпала где-то, карточка. Я же видел. И где она? Куда она сразу делась? Я видел, выпала она. Вон еще одна. Давай. Это тоже яд или что? Что я взял? Электрический разряд. Во! Круто. Ну что, иди сюда. О, подожди. Зубастик какой-то. Это вот зубастик, ничего себе. Ребята, вы помните зубастика моего в игре? В тесте блю. Нет, что-то мне тут съедают все эти зубастики. Эй, хватит, а? Я такой безобидный маленький. Ну как безобидный, мне уже яд и шипы. Давай-ка вот этих милашек покушаем. Иди сюда. Что? Ох ты. Ой. Ну ты зря это сделал. Теперь тебе просто хана, милашка. Ничего себе, подожди. Давай, догоняем. Давай этого. Ох ты, как я ему отнял, круто. Я хочу его съесть. Как он быстро плавает. У него 3 жгутика сзади, потому что током ударили. Сейчас меня могут съесть. Валим отсюда. Иди сюда. Мне нужно как-то ядом. Окутать так вот. У меня же яд сзади. Тише, ты да... О, яд, смотри, подействовал, как круто. Давай. Есть, съел. Съел. Милашку одну. Так, дальше. Вот, это этого электрошокер сзади, лучше не подплывать. Так, этот зубастик, ты меня уже один раз съел. Нет, валим отсюда. Быстрее валим от этого зубастика. Лучше я съем милашку. Милашка, иди... Нет, зубастик, за мной, зубастик, ешь ты милашку. Смотри, догоняй. У меня яд, выделяйся, яд. Трави этого зубастика. Нет, он сейчас меня съест. Нет, только не это, зубастик, не ешь меня. Есть, он остановился. Валим. Ребята, нужно маневрировать. Срочно, только не это. Не ешь меня, зубастик, я невкусный, вообще никакой невкусный. Ни разу. Ну что, отстал? Вроде отстал. Ух, отстал от меня. Этот зубастик, давай лучше съедим сейчас кого-нибудь. Ага, разворачивай. О, шокером как дал мне.
Нет, тут еще один зубастик. О нет, ребята, еще один зубастик. Куда я приплыл? Валим, валим отсюда. Давай вот этого ежика. Так, шокеры, не хочу к шокерам этим лезть. Они травоядные, видите? Но у них есть шокеры. Ага, что-то шокер не сработал твой, иди сюда. Значится, значит будем тебя есть. Ням-ням-ням. Ой, ты привет, сразу съел еще милашку. И мы подросли, ребята. Смотри, сколько-то моих плавает здесь. Я своих есть не буду, наверное, да? О, помните зубастика? Иди-ка сюда. Давай. Иди сюда, сзади мы тебя сейчас... Где у тебя нет шипа? Ой, уколол, уколол. Нет, 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 подожди. Яд, яд, работай, яд. Есть, я съел его. Это мой яд, уничтожил его. Так. Нужно расти. Мои же не будут меня есть, я думаю. Такие же, как я. Вот, смотри, как я вырос. Так. Какой-то я медленный стал. Наверное, нам нужно... Нужно размножаться, ребята. Нужно создавать новую клеточку. И улучшать ее. Так, давай вот этого сначала съедим. Иди сюда. Куда ты, трёхглазик, валишь? Кстати, как тебя зовут? Долговязик. Иди сюда, долговязик. Я вас буду есть. Ох ты, уколол меня. Ну ничего. Так, 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 доедаем. Все, доедаем. О, еще подрос, как быстро. Поел долговязиков и подрос еще. Иди сюда. Давай, давай, давай. Так, а это что за чудовище стоит? Давай нападем. Да ему все, все нипочем. Идите сюда все. Сейчас всех тут раскидаю, съем. Какой я опасный, ребят. Так. Давай вниз. Опа, что-то такое на меня плывет. Смотри, смотри. О, а это что за? Спрятался тут. Съем и тебя, нечего прятаться от меня. Так, сейчас, сейчас будем партнера искать. Так, давай в вот это. А что тут плавает вообще такое? Что это за штука? Ух ты, там видели? Эй, ты что такой крутой-то? Все, уже не крутой. Уже в животе у меня ты крутой. Ладно, ищем партнера. Так, где партнер? Эй, тише, вы не трогайте. Мы тут, видите, будем сейчас любезничать тут друг с другом. Такие, ой-ой-ой, как мы круто. Песенки поем, сердечки такие у нас. Любовь. И у нас что? Электрический разряд. Что мы сделаем? Так, у меня 20 всего лишь ДНК. А что зрение дает вообще? Не знаю для чего. Реснички есть у нас. Мне нужно было бы побыстрее плавать. Я бы хотел. Ну, электрический разряд может ускоритель. Вот этот бы поставить, ускоритель. Если убрать, допустим, вот это... И поставить ускорители вот такие. Прикольно? Как вы думаете? Вот такие. Нет, некрасивые такие. Вот такие. Ускорители. Шипы можно чуть больше сделать. Ой, клюв может больше сделаем. Нет, не надо нам сильно большой клюв. Ну вот так. Только давайте еще покрасимся. Сделаемся вот такими, например. И... Ну и фиолетовый может. О, прикольно, смотри. Все, погнали. Так, зарождаем. И все, появились. Вау, смотри, какая красота. Погнали просто уничтожать всех здесь. Иди сюда. О, подождите вы. Что-то у вас слишком много там колючек, шипов. Так, ну этого мы съели. Смотри, вот этот весь шипастый, иди. Давай, яд, 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 яд. Фух, работает яд. Что-то еще съел. А это что за зеленый монстр? Эй, смотри, сколько у него глаз, сколько у него колючек. Кстати, ускоритель очень хорошо работает. Я очень быстро плаваю. Теперь меня никто не догонит. Так, такие же, как я, плавают. Но они меня не трогают, видите? О, вот это что за штука? Давай-ка съедим тебя. Иди сюда, ускоритель. Все. Прикольно. И с него какие-то мелкие повыскакивали. Эй, а это что было только что? Иди-ка сюда. Ничего себе, ты такой маленький, а колючий. Нет, так не пойдет. Есть, едим тебя тоже. Все, мне нужно расти. Мне, кстати, чуть-чуть осталось тут. Давай, давай. Ням. Ням, совсем чуть осталось. Все, наверное. Так. У меня появился мозг, что? Это мозг, да? Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Ничего себе, у меня мозг появился.
Поздравляем, вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопке графика. Вот на эту кнопочку, да, чтобы выйти на сушу. Здесь необходима нижняя конечность. Чтобы выйти на сушу, нужны нижние конечности. Так, ну у меня, наверное, пока не хватает ДНК. Давайте нажмем, посмотрим. Так, история развития. На этом индикаторе показаны все решения, принятые вами на этапе клетки. Эти решения определили те навыки, которыми будет обладать ваш подопечный и весь вид на дальнейших этапах эволюции. Какой путь выберете вы? Смотрите, вот я вот таким был, и здесь все записалось, каким я был. Прикольно. Вот это да. И что теперь? Так. Клювик. Клювик, да, так и называется. Число съеденных порций. Показано число убитых врагов. Прикольно. Так, что-то двигать еще дальше, ничего нету. Плотоядность. Так, так, так. Что это такое? Таймер развития. 3 миллиарда 300 миллионов тысяч лет. О, прикол. Всеядность. Всеядные клетки могут поглощать любой... А как можно стать всеядным же, да? Можно было там сделать. Ладно, нажимаем «Окей». Выход на сушу! Завершен этап клетка, и мы выходим на сушу, ребята. Вот это, наверное, самое интересное начнется. Так, мне нужно создать своего, получается, этого чувака, этого существа, которое будет на суше. Для этого мне нужны конечности, ребята. Конечности. Так, ну что, ноги. Какие мы ноги ему сделаем? Что? Что это такое? Ноги. Подожди, все, я больше не могу? Так, а если мы сделаем одну ногу или... Смотри, что это такое будет. Ай, вот это да. Так, ну что? О, здесь можно еще двигать. О, смотри. Можно вот такую штуку создать. Что происходит здесь? Это кузнечика можно создать. Так. Прикол вообще. Нет, давайте мы не будем такие ноги уж страшные делать, правильно? Вот сделаем вот такое что-нибудь, может. Пойдет такое, как вы думаете, а? Можно вообще одну ногу сделать ему? Или нельзя одну ногу сделать? Вот отсюда можно, чтобы ноги росли. Так. Вот давайте вот так. Нет, не отсюда, а... Вот так пусть будет. И что? Ладно, давайте же с середины как-то будет. Ну и ноги поставим вот так. Такой Рэмбо такой будет. Нет, давайте чуть-чуть назад. Ноги. Вот такое вот что-то будет, а? Прикольно же будет. Все, вот этот будет у нас существо. Давайте его покрасим. Ох ты, смотри, какие расцветки здесь есть крутые. Вау. Прикольный, кстати. Смотри. Какой еще мы тут можем выбрать? Вот этот, ну-ка. Тоже интересно. А вот это вообще... Так, нам нужно какую-то боевую расцветку. У нас же хищник такой. О, а это что такое за динозавр? О, вот давайте вот эту, может, оставим. Или вот это зелененькая. Лягушка. Правда квакает как-то? Или вот эта зелененькая, как она будет смотреться? Так, что там у нас еще было? Что еще попробуем? Вот это что будет? Может эту оставить, а? Ребят. Ладно, все, выбираем. Ну-ка, вот этот как? Чего ты квакаешь-то? Ладно, вот это зебра, наверное. Все, пусть будет вот этот, прикольный. Окей. Да, пусть будет клювиком пока что у нас. И дальше продолжаться клювиком. О, все, смотри, он выплывает наверх. Из-под воды. Этап существо. Распределение метафит. Ребята, выбираемся на сушу. Построение пищевых цепей. А это что за такие существа? Ушастые йети, кибержаб. Это кто другие создавали? Пузаны.
Так, так, давай-ка на сушу. Давай, смотри, глаз сверху смотрит. Ни разу на суше-то не был. Мой клювик. Чего ты тут пищишь, как цыпленок? Хотя похож на цыпленок. И смотри, мои же. То есть, и со мной такие же все вышли на сушу. Во, смотри, какое здесь суша какая. Мы же на этой планете ни разу не были. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Добро пожаловать на сушу. Ваш подопечный вышел на сушу, и теперь он окружен своими собратьями. Чтобы развиваться, общайтесь или сражайтесь с представителями других видов и получайте ДНК. Эволюция отражается на индикаторе развития. Давайте посмотрим. Окей. Развитие. Этот индикатор позволяет наблюдать за развитием вашего подопечного. Побеждайте других существ или заводите с ними дружбу, и индикатор будет заполняться. Окей, давайте перейдем к первому заданию. Задание, вот мои задания, да? Добыть мясо. Здесь указано ваше задание. Сейчас главная цель — найти пропитание. Давайте научимся находить еду. Так, хорошо, а как я ухожу здесь? А, я мышкой хожу также, да? А, и можно еще клавиатурой здесь управлять. Прикольно. Даже не знаю, как лучше. О! Так, вот я и здесь мои собратья. Так, ну что, привет, чуваки, я прыгать умею? Да! У-ху! Ну что, клювик, ты готов этот мир захватить? Так, так, так. Так, что здесь валяется у нас? Давайте подойдем. Как-то он ходит криво. Так, что здесь у нас находится? Это мясо? Да, мы едим. Мы нашли мясо. Это какой-то был хищник. Ну, какое-то животное, которое здесь погибло. И мы его немножко едим. Вау. А у меня, вот смотри-ка, он клювом ест. Прикольно. Мы можем увеличить? Да. Я могу увеличить. Прикол. Ну что ты, клювик? Ты готов к такой вот жизни взрослой и опасной? Так, а здесь мои побольше есть, есть поменьше. А это что такое за яйцо? Что это такое? Мы можем в футбол играть. Я не знаю, что это, ребята. Это яйцо какое-то. Эй, смотри, они там уже размножаются. Любовь там у них, морковь, да? Смотри, смотри. Что творят? Любовь у них. Или что? Или они хотят... А, смотри, это... Он хочет со мной тут размножаться, да? Любовь, смотри, я ему понравился. Эй, клювик мой понравился этому. Клювику тоже клювик называется, да? Психея, я, вот смотрите, карта здесь есть. Встретиться нужно еще с представителем другого вида на задание. Смотри, эй, чувак! Я ему понравился, так. Смотри, все ходят за мной. Такой двуногий клювик у нас. А то, о, пошли-ка посмотрим. Сейчас не может от меня отстать. Опа, а вы кто такие будете? Эй, привет! Привет, чуваки! Я клювик, а вы кто такие? Ну-ка... Рогашип. Эй, ну что? Ничего. Ну что, будем сражаться или нет? Смотри, они меня боятся. Эй, тише, тише ты. Смотри ты. Ладно, все, я их не трогаю. Смотри, эй, они, наверное, от меня не отстанут. Не, убежали. А это, походу, мое какое-то яйцо здесь. Его нужно, наверное, на место положить. Давай-ка положу на место это яйцо. Не знаю, для чего оно. Пусть лежит пока что. Этот все хочет любви. Так, ну что, ребятки, думаю, на сегодня мы на этом закончим. А в следующей серии мы уже с вами будем покорять эту сушу. И наш клювик, кстати, нужно много чего у него поубирать. Мы-то в воде уже сейчас не находимся. Поэтому много чего лишнего уберем, а поставим чего-нибудь новенького. И будем дальше продолжать нашу эволюцию. И тут, конечно, все хотят любви еще. Мои. Да, чтобы нам создать нового... Новое какое-то существо. Все, ребятки, если вам понравилась эта игра, то обязательно ставьте лайки и пишите, ждете ли вы новых серий. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. И пока-пока. Вот мой клювик вам пока-пока вот прыгает. Сальтухи даже умеет какие-то делать. Ничего себе. Вот такой вот у меня клювик, ребятки. Все, до новых встреч, друзья.